Всем привет! Днепр на связи, 2 июля, 20.50. Совсем недавно был отбой очередного сигнала воздушной тревоги. И я думаю, что даже в городе окраина могла слышать взрыв. Сообщалось о ракете в сторону нашего города, Х-59. Затем сообщалось о работе ПВО в области. Было громко, друзья. Сбили, не сбили, как говорится, покажет вскрытие. Ну или не покажет, если... того это не того. Что, друзья, вообще по обстановке? Плохие новости пришли еще и вечером. Напомню, что днем в Никополе был нанесен удар по центру города, вследствие чего погибло две женщины. Инфраструктура гражданская города была сильно повреждена. А вот вечером пришли плохие новости вновь с Никопольского района, но с Покровской сельской громады. Друзья, там погибли мужчина и женщина вследствие артобстрела. Судя по фотографиям, погибли в собственном доме, куда снаряды и прилетели. Так что сегодня имею в Никопольском районе уже 4 убитых. Ну и плюс повреждения домов и так далее. Вот такие вот дела, ребятишечки, ребята. Неспокойный вечер. Вновь умирают люди. Дали свет, но вновь на короткий промежуток времени. Свет появился в 19.40, и уже через час, в 22.00, его отключат или до 2 ночи, или до 5 утра. В общем, зашибись. Берегите себя, друзья, берегите своих близких. Как говорится, все только начинается.